Как называется падение совы? Совпадение. Знаешь, у батареек есть один минус и один плюс. Вчера оскорбинку оскорбил. Разливное пиво разлил. Статую свободы освободил. Давайте, братья, не будьте сестрами. Как будто бы прошло уже время вот этой истории всей. Лет так 6 назад. Сань, не прошло. Оно всегда актуально. Это же Стэтом. Да хуйня ебаная. В смысле хуйня ебаная? Нормально, ну, Сань. Ну хуйня, хуйня. Ну, Сань, ну он хуйню не говорит никогда. Ты зайди, сказал, к нему, только что, зайди к нему в Инстаграм, там, ну, все его цитаты выписаны, бля, по фоткам. Он вот сейчас хуйни сколько наговорил, блядь. Он один раз скажет последнее дело, Доминик, как и скажет все. Нахуй. И новый что форсаж выйдет. Нет, что стоит, что падает. У него ж паблик нет, ВК да. Есть еще, с его цитатами. А с хуя ли он там сидит? Намаж. Да иди нахуй. Намазал, блядь. Проверяй. Это он же? Ой. Не, это спойлеры, с***. Не смотрел еще. Пойдемте. Гипертония. Инсульт жопы. Варикоз матки. Радикулит киски. Рак говна. Сань, ты чем выбираешь? Постарел? Я с импотенцией сюда выбираю. А я, короче, с мировоззрением. Не знаю, это одно и то же по сути. А ты с чем еще раз? С импотенцией беру. Ну типа, если хуй перестанет стоять, то хотя буду знать из-за чего. Мучительную с**ть это... Не, никто не берет. Не, страшно. Страшно, да, брать такое. Вот, ну и ладно, ладно, импотенция как будто тоже норм. Ну типа, то, что нам есть. Поебали нахуй, все, мы въебали, ГГ. Нас уроды. I am a fucking dog. Ты помнишь, как ты эту хуйню тоже говорил? Фу, да? Сигареты, фу. Никогда в жизни я не говорил, что сигареты... Ну, ты, наверное, с 9. Я никогда это не говорил. Единственное, что я говорил, что пиво хуйня невкусное. Вот это было. Детство, бля, я говорил, хуйня ебаная, как-то пить можно. Я говорил. А потом нахуй, а? Пиво горькое было для меня тогда. Да, да. Горькое, сейчас газированное, бля, как у взрослых вообще пили. Да, да, да. Так его и сейчас пить невозможно. Просто оно стало поприкольней. Не-не-не-не-не-не. Вот... Сейчас я, смайлик какой-то я есть. За этот, понимаешь, за этот пиво год? Просто так пить это странно. Надо к сухарикам, понял? Вот, ну чтоб что-то было. А такое. Я вот не понимаю, кальмарчик. Людей, которые пиво могут этой хуйней. Баш, пиво это отдельный продукт. Сань, как нет. Вот можно его как-то брать? Кальмарчики, понял? Вот такие, которые именно... Фисташки вообще имба. Да, креветочки там вообще. С креветочки солененькие. С пивом, блядь. Ебать, креветочки с пивом, блядь. Лучшее вообще, по-моему, что можно хавать, блядь. Ну, чесночные гренки еще имба заходят. Пивом вы... Не, мистер Сидор, не надо. Я Сидор больше не пью. Особенно мистер. Бля, мы же его, по-моему, в мутичках-то ебашили пиво. Не-не-не-не, ты че, не, мистер Лис пили. А, мистер Лис, все, понял. Пиздец. О! Я вспомнил это лицо, блин, я не могу вспомнить, где его. Отель Леон. Точно, точно, точно. Сантехник. Это дядя Боря. Я думал, ты Ефремов, думал, нихуя, он что, сел? Так он сел. Так я думал, чел, который с ним сфоткался. Так не слева, а справа дядя Боря, вот. Я не знаю дядя Боря, блядь. Я вообще не понял, кто такой дядя Боря? Мужик показывает пальцем другого типа, я думал, смысл в нем. Так он тоже показывает на него, ты что, не видишь? А слева кто? Чел, который встретил в качалке дядя Боря. Кто такой дядя Боря? Отель Леон, ты не смотрел? Кто это? Да идите нахуй. Хочешь добиться большего? Стань частью дома Dragon Money. Бескрайние богатства ждут тебя. Приручи своего дракона. Короче, ребят, каждый день 3 часа дня смотрим на ключи от Триллион. Понял. Guys, hold up, stop. I'm a potato. Я сосал, ты там упала киста, и светился
А чё ты ржёшь, кто это? Зайца Харьковский. Блядь, да я сам всё нахуй сделаю, блядь, заебало, блядь. Сидел, записывал. Херсонский, какой Харьков. Да-да-да-да-да-да. Херсонский блогер. Блогер. Ты помнишь, мужик сидел усатый такой в комнате, его жена или кто-то снимал на камеру, он говорит, да держи ты нормально, нахуй. И там объясняет ей что-то. Дверь ещё металлическая, дверь такая огромная. Парни, пиздец, идите. А что, не шаришь? Смотри. Я никогда не ошибаюсь. Ну, конечно, кроме случаев, когда я ошибаюсь, но вы поняли. Чел нахуй на кафле тут. Ой, блин. Интересно, грустно. Родители заказывали как памятник. Так, я думаю, да. Слушаем. Сиду вот с такой вот одеждой, блядь. Тут, блядь, трое пацанов проходят, и один и долб... Без них говорит, ах, какие сосочки. Ну, я хуй знаю. А чё плакать? Чё? От меня отфигачили. Блядь, пока такая проблема существует, как нормальные девочки могут проявляться и одеваться, как хотят. Не похуй, или кто там чё сказал, не? Или что? В чем проблема? А чё жди отмены? За что? Срочная отмена, братишки. Ну все, в Твиттере будет, конечно, блядь, там история есть, такая. Блядь. А у меня смотреть. Твиттер в бане! Чё? Что? Я когда шорты свои вот эти надевал, ломак, понял? Мне тоже один раз сказали, что у меня там выпирает что-то, понял? А чё, блядь? Сосочек? Я не... расплакивался, да. Я не расплакался. Гордость. Нормально расплакался. Ты идёшь такой, ебать. Вот это кайф нахуй. А в серых штанах и в серых тортах всегда выпирает. Всегда выпирает. Сань, прикинь, а тебе бабушка сказала или женщина? Нет, ну как, ну типа, ну как, ну типа такая. Как, ну как, ну как. Ну не скажу, что типа красивая. А что она сказала, что она сказала? Ну типа, я в мытищах был, пошел с сигаретой. А это когда было, Сань? В мытищах это было. А, ну ладно. Я пошел в этот ларек и там... А че это вы тут? Мужчина, молодой человек, а че это вы тут? Трясете своим семьи. Я застеснялся и ушел. Короче, я хуй знает. Она подкатывалась. Все очень на тоненького. Каждый имеет право ходить, как ему хочет. Но соблюдайте меры приличия. Ну, типа, как бы, не знаю. Я не знаю, как там ходят, где, да, тоже, типа, челы, быдло. Возможно, они просто поржали с этой хуй. Кого-то это зацепило, ну, то есть... Хуй знает, если честно. Типа от реакции человека зависит. Не знаю, как будто бы, если так обращать внимание на всех в этом мире, долбоёб, то можно читай, брат, брать Кэт и... Коллинг. Да я в рот еб***, что это за хуйню ты придумал? Так когда девушка идёт, а ты кис-кис-кис ей. Я б ни разу так не делал, отъебись от меня, нахуй. А я даже не видел, как так делали. Если тебе по кайфу голый ходить, ходи, но я посмотрю, как бы, отъебись от меня. Если я вижу, что кто-то одет как там и мне нравится, я буду палить, всё. Никто мне не запрещает что-то смотреть. Если кто-то подойдет мне и скажет, хуль ты палишь, я скажу, хуль ты тогда вот так вот оделся. Я хочу, я смотрю, все, иди. Но доебываться до людей никогда в жизни не буду. Кто как хочет, так и ходит. Хоть голый ходи. Но я буду смотреть. О, манульчик. О, один манул. Сука злая. Выебнулся и ушел. Привет. Привет. А, так вы знакомы. А, понятно. Ой. Уже пита какой-то. Охуеть. У меня выживание заканчивается, когда этот ебаный креатив включает все. Когда мы идем нормально играть, но он креатив включает, сука, все. Я не хочу играть. Или Дрейк с X-Rayем, блядь. Заходим Ламака, на 10 минут, да, на сервер. Ламака, да, с креативом играет. Чего? Давай. Не-не-не-не. Не, было, Ламак, было. Мы играли втроем, и ты, сука, креатив включил, ганг. Да когда это было-то, нахуй, не выдумайте. Не, помнишь, Вован, когда тоже играли все вместе, Дрейк на 10 минут в шахту спустился, вернулся, блядь, у него уже все в алмазах, нахуй.
Мы спрашивали, откуда ты. Ой, это не тот польский дедок, который банки... Нет, это тот, который Билли Джи насрал в кувшин. Ау! Вот это. Чел похож на типа. Не он. Я сидел... Не-не-не, короче, рассказываю. Сижу на трансляции по доте, понял, на турнире. И там чел в чате пишет, заходите, я стримлю. Я перехожу к нему, а там чел стоит на фоне шкафа старого, понял? Танцует, и у него пи***на, блядь, вываливается. Шеф, вот случилась вот беда. Нужны работяги, меня наебал этот магаз на деньги. От того, что мы его засрём, блядь, тебе никто деньги не вернет. Пизду в ментовку. Да. С если вашего счета списана сумма. Фу, я еще и не лысый, короче, нормально. 136 450. Чего? Чего? Так, рублей, what рублей. Слышь, 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 Ван, да, Васкер, когда биток стал 2 рубля стоить. Мама, 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 мама. Че? Ну, летоисчисления ну, разные. Ну, у них календари-то разные, у них Новый год, у китайцев по-другому они отмечают. Да. У них Хендерса дня... У них 4720 год, реально? Да. Хуй знает. Ну, возможно. Да. А кажется... Хендер там со времен Чухе, или Чухе, забыл, как это, блядь, называется. Летоисчисление вот идет. Не ошибиться, главное. Чукагек. Блядь. Осуждаю тебя, блядь. Да в смысле, блядь, это... Чухе, да. Такой, это мучик такой, блядь. Реклама, пойдем на скамейку. Нет, я ее сейчас убивать начну. Светлана, пойдем на скамейку. А, мальчик, я на танцполе, я совсем не прячусь. Сыграем роли, управляешь мною, мною управляешь. Хрещатик. А? Привет! Говорю, да, Хрещатик возле ЦУМа. Это не Москва? Киев. Это нет. Киев. Это Киев. Нет, это я Киев. Подумал, это какой-то Петербург вообще. Чук и Гек — это рассказ Аркадия Петровича Гайдара. Угу. Только на канале Фрайс. Иди сейчас, мы сегодня покажем вам всем, что здесь находится.